сказали, а в отдельном общем зачете именно среди девушек команда третье место Краснодарский край. Девушки Краснодарский край один на татами. Один. Бегом. Краснодарский два. Бегом. Не может. Бегом. Второе место заняла команда Краснодарского края 2. Серебро мелочи. Хлопаем, аплодируем. А, ну вот так и надо. И команда победительница. Команда Северо-Западного округа. Сейчас не так же в общем зачете, мальчик. Поддержим наших победителей и призеров всероссийских соревнований по дзюдо. Среди юношей и девушек до 13 лет. Ката-группа. Соревнования у нас командные. Хлопаем, аплодируем, ребята. Поддержим все друг друга. Вот и сессия. Thank you.
за всю надо было грамоту, а уже когда полностью команда, мы даем. Ну ты видишь, как? Так нет, уже ты видишь. Так, срочно, из первого звонит и встречает команду с медалями. Третье место. Грамота есть у нас. Ну а что делать? А медаль сами, господи, любую хорошую медаль купите и все. Ну надо обсуждать. И наклейку сделали. Тенниса России, пятая группа. Приклеили. 4. Это третье или второе? Второе же не знаю. Серебро. Серебро что это? Второе? Конечно, вот. Уважаемые зрители, сегодня у нас еще одно награждение. Торжественно. Юбилейная медаль 70 лет освобождения города Курска. Награждается Борзинин Станислав Николаевич. И мы просим его подойти к нам на награждение. Да, Мороз. Фамилия просто на кухне. Великое событие. Поаплодируйте, пожалуйста, всем. А что? Пусть не уходят, сейчас все вместе будут фотографировать. Девчонки второго получили, да? Наши мальчишки опять. Спасибо! Спасибо всем! Спасибо!